Всем привет, друзья! Давно я не делал прогулку по огороду. Наверное, месяц не показывал свои грядки. За это время все так выросло, подросло. Начну, кто помнит, кто смотрит видео, мой парник, мини-теплица. Здесь уже поспели первые помидоры, черики. Кто угадает, что это за гибрид, как называется? Пишите в комментариях. Не доходят руки к ним. Сейчас их перевязать, потому что их уже надо перевязать. Они вот упали. Но сейчас я занимаюсь подвязкой томатов с открытого грунта. Вот моя тепличка. А здесь уже забил колышки. Натянул проволоку и начал. Вот уже сколько рядов. Начал все подвязывать. Как видите, это низкорослые, рядом высокорослые. Вот малиновая империя. Смотрите, их уже видно, какие классные гроздочки. Рядом чарующий каскад. Это вообще горшочный, но для получения семян я их высадил в открытый грунт. Что подвязываю томаты. Там куча идет томатов. Небольшая грядка с астрами. Это новиночка. Называется пенниситум. Потом покажу и отдельный обзор сделаю. Хризантемы мультифлоры. Здесь у меня достаточно много сортов в этом году. Все будем на продажу и украшать в два дворе клумбы. Уже почти готов лук. Уже, смотрите, он лег, ложится, начинает сохнуть. Ну, а томатов, конечно, подвязывать. Я сейчас проведу, смотрите, какая плантация. Только начал их подвязывать. Уже они переросли, большие. Я поливаю. И томатики растут очень быстро. Ну, ничего, все подвяжем. И все потом вам покажу. Посмотрите, какая шикарная ранняя капуста. Отдельный обзор об этом гибриде покажу. Это не сорт, это гибрид. Вот, смотрите. Все головы по 2 и больше. 2,5 килограмма. Огромные. Очень классная капуста. Здесь у меня баклажанчики. И там вон тоже баклажанчики есть. Дальше перец. Уже есть. Вон, видите, завязался перец. Цветет. Баклажанчики тоже. Уже, смотрите. Уже, кстати, 5 штук сорвали. Вот баклажанчик. И вон там баклажанчик. Уже первый баклажанный мы скушали. Перец тоже. Это леся. Оранжевая. Вот, кстати. Особенность этого сорта. Такие вот, видите, пирамидальные плоды. Есть леся красная, это леся оранжевая. Ну и там куча всяких перчиков. Обзоры сортов будут в отдельных видео. Перед этим выходили ролики про огурчики, я показывал. Вот та шпалерка со стаканчиков. Здесь огурчики, до сих пор собираем урожай. Они есть. Вот еще баклажаны. Это еще тоже один сорт пенниситума с фиолетовыми листочками. Это, скажу вам, ну, можно сказать, декоративное сорго. Здесь новые сорта декоративного подсолнечника. Будет много. Вон там, где я показывал, вот там уничтожил крота. Уже крота нету. Ну, там ничего такого особенного нет. Морковка, кормовой буряк. Здесь капуста. Вот бурьян надо убирать, порос. Далее мы подходим к грядке с огурцами. Очень много здесь огурцов.
Там у нас кабачки, но мы к ним подойдем. Пойдем в эту сторону. Отдельно буду снимать обзоры на огурчики. Много интересных сортов есть. Вот смотрите, уже кольраби капуста какая. Белокрылка вот урудует тут. Буду обрабатывать актеликом сегодня. Пошла жара после холода. И она наплодилась. Вот ее вообще куча. Еще кольраби есть фиолетовая. Тоже уже, смотрите, формируется головы. И тоже там сидит куча белокрылки. Это все огурчики у нас. Здесь грядка мамардика, трихозант и лагинарии. Туда тоже пошли. Их подробнее покажу попозже, чтобы видео сильно долго не растягивать. Ничего пока тут интересного нет, еще растут. Здесь дыни. Кстати, вот белые огурчики. Вот новый сорт французский. Название скажу в обзоре именно на этот сорт. Не гибрид, а сорт это. Белые коротыши. Удобно консервировать. Кстати, законсервировали. Будем пробовать. Все говорят, что очень вкусные. Так. По эту сторону арбузы. А тоже огуречная грядка. Вот, кстати, арбузы покажу. Уже есть. И дыни есть, и арбузы. Вот смотрите, какая дынька. Арбузы сейчас обойдем с другой стороны, покажу. Это картофель. Здесь всякие кабачки, цукини. Кому интересно. Вот у нас такие патиссончики интересные. В виде звезды. Вот такие вот. Еще есть патиссончики. Вот такие. Скат. Очень крутой патиссон и вкусный. Смотрите, вот зефир. Это кабачок. Это был молоденький. Уже они переросли. Ну и туда там еще другие есть. Это все будет в отдельных обзорчиках показывать вам. Обойду. Здесь, можно сказать, лабиринты. Обойдем кукурузу. Ну, здесь поздняя капуста подрастает. Сейчас покажу вам. Дойду все-таки к арбузам. Какие у меня уже арбузы. Вот такой вот арбузик уже. И вон арбузик там. Сейчас солнце блестит, плохо видно, но есть арбузы. И дыни. Тут дыньки завязываются. Вот, кстати, огурец. Белая анаконда. Белоплодный. А вот гигантская тыква моя. Уже смотрите, какие заросли здесь. Кто помнит, сажал недавно рассаду. Ну, уже она полезла вон на соседний участок. Это мой участок. Лезет в амарант. Вот уже есть гигантская хэллоуинская тыква. Это хэллоуинская, будет желтого цвета. Уже, ну, такая вот большая. А атлантического гиганта, вот тут он посажен, еще нет плодов. Жду, пока будет цвести. Я вручную буду опылять, чтобы именно атлантический гигант его опилил, чтобы она не перепилилась. Все цветочки будут изолированы. Ну, из интересного еще вот есть. В этом году 10 новых сортов амаранта посадил. Будут разные, прикольные. Еще колосочка нет. Самое красивое это колосок. Когда будет, тут разное будет. Разные колоски, разноцветные. Вот, по-моему, один из сортов, смотрите, уже выпускает колос.
вот этот сорт, все эти все еще не выпускают. Это соя черная, это просо, какой-то новый сорт из Франции, вот такой есть, и вот такой низенький. Здесь поздно посадил, чтобы были на июль молоденькие кабачки. Один мяч. Вот такие они, кабачечки. И здесь некоторые сорта тыкв еще посажены. Ну, они только еще цветут. Там вот есть тыквочки. Ну, будем их смотреть осенью, когда уже они будут сформированы. Сейчас можно показать вам вот такой вот, смотрите, грибочек. Это цветок прилип к нему. Вот такие вот грибочки. Тюрбан Аладдин. Сейчас, возможно, посмотрю, есть где-то покрупнее. А вот, смотрите, такой красавец. Тюрбан Аладдин. Вот он. Очень красивые плоды. В виде грибочка. Еще и полосатые. Еще будет менять цвет во время роста. А вон такой же, только с желтой шляпой. Ну и так нормально завязалось. Этих Аладдинчиков. Вон, смотрите, тоже есть. Да, кстати, сейчас покажу. У меня есть новинка. Белый. Не помню название. Или белый Аладдин, или белый тюрбан. Это надо глянуть этикетку. Я получил из Германии. Вот. Вот этот белый грибочек. Сейчас покажу, смотрите. Красота. И они тут достаточно тоже неплохо вяжутся. И вон есть какая-то. Сейчас, секунду. Вот. Это очень редкий. Я пылял вручную. Семена будут обязательно на осень. Ну, я так пробежался по самым интересным на данный момент. Еще есть и горькие перцы, разные подсолнечники, кукурузы, очень много новых черных сортов с розовыми семенами. Это все буду показывать в будущем. Зайду в тыквы. Вот, кстати, тыква тромбета. Она очень длинная, до 1,5 метра вырастает. Это тыква-кабачок. Тыква, но по вкусу как кабачок. И все у нее кабачковое остается. Ну вот какие-то тыквы тоже вяжутся. Но они будут интересны, когда вырастут. На этом всем пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите в комментариях, если ждете новые обзоры. Какую культуру вам показать. Всем пока.